Решила переснять старый ролик по летучим мышам. Для начала скриншот, где следует искать маленьких бурых ночниц. Это информация для тех, кто плохо ориентируется по карте игры. Когда была новичком, тоже путалась, что и где искать. Вот здесь под надписью «Долина Роанок» расположена пещера, под потолком которой рандомно спавнятся летучие мыши. Точка спавна активна все время, но спавн животных не гарантирован, то есть полный рандом. Пещера находится возле реки Камаса в штате Нью-Ганновер. Пройти мимо и не заметить это надо постараться. Сегодня повезло, подстрелила 4 мышки. Приезжать в это местечко лучше в светлое время суток. Лично мне в ночное время не удалось повстречать здесь мышек. Видимо, рандом решает. Желаю вам удачных поисков. Thank you.